когда мороз рисует на окне картины давние о том, когда в пещере пастухов среди овечек и волов родился тот, кого послал отец спасти блуждающих овец. Из той пещеры Божий свет, пройдя сквозь камень и доспех, дошел до нас, до всех, до всех. И нам он светит день за днем негаснущим огнем. Уж около 2000 лет подарен новый нам завет, подарен новый нам завет. Приходит день, когда мороз рисует на окне картины рая, и счастливы и ты, и я, и ангелов на небе множество, поют молитвы, гимны Рождества. Залив пространство светом торжества, и души наши жаждут волшебства. В день Рождества Христова, в день воплощения Слова, приходит снова в мир духовная обнова. Сколь-нибудь поэт свой сочинить спешит сонет и прославляет снова-снова день Рождества Христова. И пусть им хватит мастерства и волшебства и торжества, счастливого всем Рождества. И пусть им хватит мастерства и волшебства и торжества, счастливого всем Рождества!